Срочная новость. Кассационный суд Франции признал недействительным решение суда города Экс-Ан-Прованс, который в январе этого года постановил экстрадировать Мухтара Аблязова в Россию и Украину. Оппозиционного политика ожидает пересмотр дела, но теперь уже в Лионе. Бывший министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан Мухтар Аблязов возглавлял крупнейший БТА-банк. Однако из-за своей непримиримой политической позиции к диктаторскому режиму Нурсултана Назарбаева Аблязов стал персоной нон-грата в родном Казахстане. И последние несколько лет был вынужден находиться в Великобритании, где получил статус политэмигранта. Елбасы настолько сильно мечтает расправиться со своим главным оппонентом, что не жалеет никаких средств. По неофициальной информации, на поимку своего врага бессменный лидер нации потратил 100 миллионов евро. Задержали Мухтара Аблязова 31 июля прошлого года на Лазурном берегу, благодаря усилиям частных детективов израильского сыскного агентства «Гадот», нанятыми властями Казахстана. Thank you.